Всем привет! Прислали на ремонт и заточку эрновскую старую бритву. Торговая марка на немецком читается как «ши», переводится как «лыжи» или «лыжник». Вот. У Эрна эта марка была с 1910 года и, я думаю, до 1940 где-то использовалась при производстве бритв, машинок для стрижек, ну и тому подобной продукции. Вот, бритва была в очень плачевном состоянии. Вот здесь, во-первых, ее к станку прикладывали. Когда-то была гравировка на все полотно. Ее остатки еще сохранились, ну, почти не видны. Вот, прикладывали к станку, я так понимаю, немножко отожгли, потому что она вся пошла дырами, начала коррозировать сильно. Значит, я ее полностью вычистил, перешлифовал, но именно глубинные дыры все равно остались. Вот, бритва на половинной выборке, такая между четвертью и половиной, ближе к половиной. Вот, поэтому полностью все сошлифовать не удалось. Вот, ну, в принципе, привел в порядок, вычистил, вот, убрал всю грязь. Вот, с обратной стороны такое вот клеймо, Вальд Золинген, район города Золинген, где располагалась фабрика Эрнов. Вот, хвостик Эрли почистил, внутри, в принципе, тоже все вычистил. Зубцы чистые, здесь внутри тоже все чисто сверху. Спинка чистая, носик чистый. Вот и полотно с двух сторон пошлифовал, почистил. Вот остались лишь самые такие вот глубокие следы коррозии. Вот плюс я ее немножко подбил, потому что в ручке гуляла. Пины оставил оригинальные, они здесь без шайбочек, гвоздиками. Вот и здесь такая вот красивая оригинальная ручка из целого. Это рандомный цвет, переливающийся разными красками. Вот, хорошая, симпатичная бритва. Вот, несмотря на то, что ее уже отожгли, скорее всего, на регринде мнимом, вот, все равно заточилась она нормально. Она, конечно, уже гораздо мягче, чем Эрн должен быть в оригинале. Почти все бритвы Эрна, они довольно, ну, не то чтобы жесткие, я бы сказал, но довольно тверденькие. Вот этот экземпляр уже такой, довольно мягенький стал. Ну, брить будет. Скорее всего, на один сеанс бритья его будет хватать. Ну, а потом правка на чистом ремне и следующий сеанс бритья уже. Вот. Бритва, в принципе, неплохая. Вот. Править на ремне абсолютно без давления надо, потому что, повторюсь, очень мягкая сталь из-за этого. Если будете прилагать чрезмерное давление, скорее всего, кромку немного, ну, скажем так, поведет на ту или другую сторону, и потом это уже тяжело будет исправить. Вот без давления просто выглаживаем ее на ремне, и тут буквально, ну, проходов 20-25 этого вполне достаточно для ее направки будет. Вот, очень мягенькая. Ну и в бритье тоже сильно крутой угол не задирать, практически плашмя она будет нормально брить. Вот. Получилось довести до достаточно хорошей остроты. Роспуск хорошо проходит, обычный тест от простого касания. Ну, все, сегодня, скорее всего, отправлю, там уже спишемся. Вот, она в оригинале такой даже звонкой должна быть, но здесь она уже потеряла эти свойства. Вообще глухая, хотя в оригинале, повторюсь, должна быть более звонкая за счет выборки, за счет стали каленой, ну, здесь уже немножечко не то. Вот, но работать будет. На этом все.